Ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года, люберчанин Вадим Мальцев отметил 95-й день рождения. Поздравить юбиляра пришли сотрудники окружной администрации. Главное здоровье, чтобы никогда не покидало. Буду стараться. В этот день в квартире фронтовика не смолкал телефон. Поздравления Вадиму Петровичу летели со всех уголков России. Почетный радист СССР, награжден 3 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, многочисленными медалями. Но все же в своей семье он любимый дедушка, у которого учились и учатся все его родные. Молодое поколение должно брать пример с поколения победителей. Вот будьте здоровы. Вадим Мальцев и сегодня в строю. Написал 5 книг, дважды становился лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье». С юбилеем его пришли поздравить представители администрации, управления соцзащиты, а также председатель общества жертв политических репрессий городского округа Люберцы. Семья прекрасная, которая дорожит теми людьми, которые завоевывали нам свободу, которые отвоевали нашу землю. Те, которые, как говорится, не щадили себя. Они знали, что надо побеждать. И победили. И мы им за это очень-очень благодарны. 95 лет – это тот возраст, который, можно сказать, многое для своих, для будущих поколений, для нас. Чему-то научить, подсказать. А мы с своей стороны стараемся так сделать, чтобы им жилось максимально комфортно. Анна Троян, Яна Яковлева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.